Сегодня я собрал подписчиков, чтобы поиграть с ними в экстремальные прятки. А называются они экстремальными, потому что нас будет искать охотник, который в прямом смысле вооружен до зубов. У него есть изумрудная броня, огненный меч и много чего еще. Поэтому я дам нашей команде 5 минут, чтобы спрятаться. А, кстати, давайте посмотрим на настрой охотника. Я в клетке. Выпустите меня отсюда. Ужас, мне кажется, нам всем конец. Ладно, начинаем прятаться. 5 минут пошли. Мнения строителей очень сильно разделились. Кто-то построил небоскребы, кто-то под карту залез, кто-то вообще в карту превратился. Ну а я иду освобождать охотника из клетки. Прямо сейчас я открываю твою клетку. Ракун, готов? О, наконец-то. 5 минут. Открывай, я всех уничтожу. Подожди, можно я спрячусь, пока ты нас всех не замочишь? Пока я прячусь, Арконус активирует шарики и летит прямо на подписчиков. Чё такой медленный? Зато уверенный. Знаешь, Арконус, я тебе скажу честно, ты меня уже прошел. Я спрятался вон там. А я видел где-то. В смысле? Я же знаю, да. Видишь, какую оборону против тебя строят? Это подписчики построили, чтобы тебя спрятаться. Это современное искусство, да? Все, Арконус идет, и он уже пропустил человека одного, вот, который спрятался. Нет, это Арконус залез. А кто это у нас тут? Подожди, мне надо... Тут все закопались, видишь, да? Ничего нету. А я понял, что все закопались, потому что тут никого нету. Кто, а? Ну кто? Это кто такой? Ой, бедный кибер. Ты можешь вот этими бах-бах бомбочками все уничтожать. Катраньте, да, дал такие шарики, да, фаерболы. О, нет, нол, я вижу взрывы, нет. А я вижу, как у кого дымы. О, там кто спрятался под картой. Кого ты нашел, он уже все развалился, я вижу. Ты что, шахтером стал вообще, попаешь? Слушай, это реально, это уже не прятки, это уже симулятор шахтера. Тут нет ничего. Ты что, пытаешься камни найти? Я тебе дам подсказку, тут никого в камне нет. Ты уже сказал, что я вот на этом месте кого-то пропустил, так что я тебе... Нет, они там под картой в основном сидят. Да? Ну, я могу под картой. Так, Арконус идет под карту, и там... Так, а это что у нас тут? Сооружение какое-то. Давай, опять копай. Это что такое? Это что такое, алё? Ща всё сделаем. Ты можешь сам себя взорвать, лучше осторожней будем. Нет, ёпал. Очень весело. Так, Арконус не может найти всех, потому что там под картой все спрятались, вообще невозможно никого найти, поэтому мы повысим ставки, дадим Арконусу вертолет боевой. Надеюсь, ты умеешь на нём летать? Я знаю, где несколько людей точно есть, и я знаю, где ухо будет. Ах ты злодей, а почему ты знаешь? Ну ладно, у меня так, скажем, предположение. Смотри, нет, вон там прям людей сразу видно. Это кто у нас? Кто это, а? Сразу нет, видно, да? Кто это? Кто он все одного уничтожил, хороший. Ищу кого-то. Не лети туда, пожалуйста. Я прилечу, тебя слушать не буду. Пусть наверху бегает. Привет. Так, кстати, почему? Надо проверить то, что нет. Наверху. Кстати, да. У тебя осталось 10 минут на то, чтобы всех найти. Что? Я даже карту толком не знаю, а ты мне даешь 10 минут. Что? Там кто-то был! Это я! Бич убегает. Бить. Чё-то ты целиться не очень умеешь. Ой, чё это с тобой там? Я, потому что у меня нет джетпак. Как спрятаться? Ты вертик разбил, бедный вертик. Нет, Арконус, не надо, прошу! О, смотри, там Дерек прям рядышком. А, иди сюда. Чё, минус второй. Все, ты уже двоих тут нашел. Ты пожертвовал вертолетом. У меня есть ещё вертолёт, не бойся. Как его спалить-то? Надо зажать, надо его съесть. Вот мне вот это место смущает. Прям сильно смущает. Потому что в нем не так будто там кто-то есть. А мне кажется, там никого нету. Ну, давай, пробивай. Да, там никого нету. Я на вертолёт сейчас туда никак не залечу. Мне надо будет им жертвовать. Ну ладно, да. Поверту, потому что так неудобно вообще. Ребята, пожалуйста, выйдите. Пожалуйста, я хочу поиграть. Я, честное слово, бить вас не буду. Я правда, я не хочу вас бить. Я против насилия. Я бить вас не буду. Правда. Если вы добровольно выйдете, я вас бить не буду. Там уже кого-то убил.
Потому что я сказал, если добровольно выйдете. Он добровольно вышел. Да, я его убивал. Давай я тебе помогу, подожди, подожди. Дай-ка я к тебе это прошу. Как ты мне поможешь? Я все равно не могу стены ломать. Идем. А, ну тут стены, надо другие стены ломать. Идем подо мной, пошли. Только осторожно. Я сейчас подорвусь. Мы как можно сделать? Видишь, тут снаружи кто-то стены сам построил дополнительно. Я говорю, я же эту карту вообще не знаю. Нет, ну тут кто-то, видишь, стены достроил еще. Подожди. А, нет. А, я упал в дело. Че, я слился? Одного человека меньше искать надо. Ладно. Так, я же сейчас найду здесь кого-нибудь. Там никого нету. Здесь тоже кошка. Кого-то знаешь, в муравейнике копаешься, в котором никого нету. Ой, нет, нету, говоришь? Да, говорил, нету. О, говорит, там все наверху, да? Так, я сейчас посмотрю, где у нас тут люди спрятались. Ой. Я вижу, под землей в одном блоке два человека сидит. Тут так, вообще ладно, даже не закрываются люди, прячутся. Еще очень много человек, они прям на таком видном месте стоят. А Памперс просто по карте разгуливает и изумруды забирает. Ну, че меня палишь? Так, ладно, где у нас Арконус? Всем привет, это летсплей по копателям онлайн. Сегодня мы будем добывать каменники для строительства нашей базы. О, смотри, там, где алмазы, тоже много людей. Смотри, там у Памперса уже алмазная броня, вот там бегает на центре. Ты говоришь, где алмазы? Кто же вот это построил, мне интересно. О, ты там кого-то нашел. Где же Монолит? Что это было сейчас? Давай, так, будем сейчас копаться. Копаемся. Копатели онлайн. О, я убил человека, у которого был скин с Советским Союзом. Прости. Ну как, Советский Союз разрушился. Как и человечек. Так, а я знаю, где еще один есть человек, 100%. Потому что я видел, как он туда залезал. Да. Осторожно спускайся, вон там на бойке прям. Да, я видел. Все. Копай. Ну, короче, привет. А, пока. Там никого нету. Я просто зря сюда спускался. Он убежал в другое место, он наверху спрятался. Я знаю, как это делать, я потому что... Ты смотри, там видишь островок слева? Ты не думаешь, что он подозрительный? Я, кажется, понял. Ты видишь, там Памперса он бегает? Вижу. Памперс найден. Памперс, это была плохая идея, я так скажу. Это, честно говоря, очень плохая идея. У него есть эндерпёр, он убегает от тебя, у него есть эндерпёр. А у меня их нет. Лузер. Ну извинить, это нечестно. Извини. Нет! Не ранен этот подварс. У нас... Ты два раза проиграл, все уже тебя не остановить, ты проиграл. Предыдущий охотник не смог справиться с этой задачей, и мы посмотрим, смогу ли я уничтожить. Кстати, да, я улыбаться умею. О, какой добрый человек. Специально для меня принес изумруды, алмазы, железо. Конечно же, я тебя трогать не буду. Меня стреляют. Пусть стреляет. О, нет, я тут вижу, меня встречают огнем, фаерболами бросаются. Ну ладно, давайте, я побежал тогда к вам. Сначала я, наверное, сломаю вам кровать, чтобы вы больше не возрождались. Везде поставили защиту от меня вообще, какой-то бункер построили. Первый нашел, второго нашел. Так, я там вижу человека. Он меня отстреливается еще, прикиньте. Сейчас. Я побежал. Запускаю в космос, полетел, давай. Все, взорвался. Я там вижу, еще люди наверху спрятались. Что вообще за защита бешеная? На динозаврах гоняют. Ну ничего. А, нет! Что? Меня стреляют из лука, они хотят меня уничтожить, кажись. Почему, за что, что я вам сделал? Господи, осталось 28 людей, пощади нас, лук. Вы тут пытаетесь от меня еще отбиться, я так понял. Но ничего, я ищу. Я думаю, все там на корабле спрятались где-то. 26 человек осталось, алё. Я вижу, что тут блоки стоят даже. А чё, я буду вас искать. Вы меня отстреливаетесь. А вы могли бы все вместе собраться и отстреливаться от меня. Ой, он выпрыгнул и упал. Ладно. Вот там у нас еще много людей, я вижу. Спрятался с моей футболочкой. А, это QRS, я понял. QRS, привет. Когда будут новые двери выйдут? Ну ладно, пока. Так, меня стреляют из лука, ладно, я его тоже подбил. Сколько я уже уничтожил? Я уже 10 человек нашел где-то. Где вы все спрятались? У меня только 10 минут на то, чтобы вас найти. Давай, беги. Кстати, беги. Я его защёк. Я там вижу, люди спрятались. Я там кого-то вижу, я там кого-то надамажил. Он сидит там и беспалевно меня снежки бросает. Это вообще что за неуважение? А ну-ка сюда. Красным мечом получишь. Куда он убежал, я даже не заметил. Где ты? Да я тебе дам, когда вызовешь гуши, как... О, я еще кого-то нашел. Вы тут вообще карту вот так застраиваете как-то. Это вообще мощно. Спасибо. А, это ты был? Ну, осталось я без годового запаса гуши, значит.
Вы вообще так внимательно карту вообще застроили, я вас найти не могу. Так, вот как будто я вот это не заметил на карте. А, у нас тут 2-3 человека, сколько тут вас? Так, ну вообще, незаметно так спрятались все. Так, что там видеоблоки стоят какие-то, и там люди сидят. Я что-то не понял, почему я туда не пошел? Ага, смотрите, ловушки у входа стоят. Я попался даже, я двигаться не могу. Они тут все ловушками заставили. Ловушками постоянно. Так, заставили меня ловушками. Что за оборона вообще? Вот что называется задержать противника любой ценой. Как могут так защищаются люди? А, свой? Зачем вы меня стреляете? Я вас нахожу. Ай! Меня свой же пытается убить. Что такое, ладно? Главное, люди, не палите меня, пожалуйста. Ух! Здесь я гусь. Здесь я гусь. Нет, ну не говори, тихо, ты сиди, Макерс. Где гусь? Я пытаюсь вас найти. Вот тут, да, вперед иди, ух, там гусь. Иду. Здесь? Нет, внизу, снизу. А, я вижу, там что-то построили. Нет, не надо, пожалуйста. Памперс, памперс, друг гуся спалил гуся, обидно. Нет, в корабле. А, в корабле? Да. Где? Ну я тут тоже много чего нашел. Гусь, мы тебя зажалим, все пишут. Нет, не надо, пожалуйста. Тут корабль вообще... Он так же застроился там. Да тихо ты, не говори, прошу. Не-не, мы пошутили, он не в корабле. Что, ты меня обманул? А, нет, ты меня не обманул. Так, это что там такое? Почему там так много людей? Это я. Так, куда гусь полетел? Куда? Давай, я... Ты, я тебя вижу, я тебя преследую. Не надо. Там все спрятались, ну ничего, у меня есть фаербол. Такой случай. Что? Беги, гусь, пока можешь. Я могу. Все, разбился. Минус гусь. О, там еще кто-то по дорожке твоей же бежит, смотри. Ну что, я сейчас его догоню? Да он упал. Все падают. Еще один разбился. Неплохо. Нет, я чуть не разбился, ладно. Нормально. Я не могу никого из вас найти. Сколько здесь нычек, я никого не могу найти до сих пор. Ух, ты кого-то зажег, что ли? Да я сам себя зажег. Вначале я так хорошо всех находил, а теперь не могу. О, точно, все под картой спрятались. 100%. Так, я там вижу, кто-то еще за изумрудами бегает, да? Кто-то там бегает, я вижу. Кто-то железник. А ну-ка. Тоже хотел застроиться. Еще одного нашел, круто. Мне кажется, вон там все под картой спрятались. Мост. Ух, все. Нашел кого-то. Под землей тут столько построек. 3 человека я здесь нашел, да? Остается у меня только 2 минуты и еще сколько человек? Так, не так что и много, осталось только 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 человек только осталось. Так, я там вижу одного. А ну стоять. Куда? Ну ладно, он сам упал. Время поджимает, я не могу так. Да, ты прям... Он упал, я видел. Он разбился там. Все. Так, а здесь у нас кто? Дерек тоже спрыгнул и тоже разбился. Почему вы выбираете упасть вместо того, чтобы взорваться от моего фаербола? У меня остается буквально 1 минута. 59, 58, 57. Где вы все? И 5, 4, 3, 2, 1, 0. Нет, я никого не... Кто остался в живых, подбегайте ко мне. Показываю, где был. Да, покажи, где ты был, котик. Котик взял и спрятался где-то. Ты вот здесь спрятался? Под мостиком? Блин, надо было на центре тоже все обстрелять. Тут просто, смотрите, сколько всяких разных построек. Поэтому я здесь даже не заметил, что вот тут вот так вот все стоит и все. Ты тоже остался в живых, да? Даже без брони сидел и где-то спрятался, покажи. Вот здесь. Вот просто вот здесь, вот так. Жесть, это тоже, да, построили? О, понятно все. А, еще один, третий человек, который я не нашел. Где ты спрятался? Вон там тоже сидел. Что это, постройка? Я даже не замечал, что вот это вот так стоит. Просто вот. Видите, типа вот тут можно как-то засидеть. Я даже этого не заметил. Еще один человек, 4 человека. И тоже без брони. Где ты? Тоже на центре. 3 человека на центре спрятались и сидели беспалевно вообще под мостами и вот вообще везде здесь. Ой, кто его замочил? За что? За что ты его убил? Ой. Ой-ой-ой. Опасно. Я тут с мечами сидит. Это резня. Кстати, сюда мемочка.
На этом, конечно же, это видео будет заканчиваться. Можете посмотреть еще один вот этот интересненький видосик. Ну а с вами был Геймс, и всем пока.